уезжаем куда-то. Куда мы? Куда ты нас привез? Вячеслав. Паркинг. Торговый центр в Симферополе. Мы здесь еще не были. Друзья, мы совсем недавно узнали, по крайней мере, я, что здесь есть торговый центр. Обычно мы ездим куда? Меганом ТЦ, либо Южная галерея, да, там где Ашан. А как-то за этот я и не в курсе была. Всем привет! Привет! Сейчас будем вам хвастаться, друзья. Спасибо всем, что вы с нами. Благодаря этому мы себе можем позволить... Можем позволить себе новую цацку. Но для улучшения контента, не просто так. Да. Это... А что это так скрипит? Резина. Это новый стабилизатор Moza Air Cross. С подсветкой давай. Он сейчас, ну, как бы не включен, поэтому он висит как сосиска. Да. А так теперь у нас будет... И звук у нас будет здесь. Крутые видео! Крутые видео! Еще круче, круче. Качество улучшаем постепенно. Качество. Стараемся для вас. Да. И мохнатик. И мохнатик. Я не очень нравится. Пришли, пришли посмотреть, что тут и как. И немножко мы Яну как бы простимулировать. Она у нас сегодня все... Не сегодня, она у нас всю неделю хорошо занималась. Принесла кучу пятерок, целый мешок. Поэтому мы решили, ну, как бы и сами посмотреть. И ей что-то показать. Я думаю, ей понравится. Это еще самый главный подарок для меня. Это, что вы поставили лайк. Фу. И подписались на канал. Тебе нравится у нас? Скажи, помаши головой. Нет? Это покорми рыбок, загадай желание. Автомат и получи рыбок. Подарок. Магнитики выдают. А, магнитики, да, выдают. Да. Ну что тут, пошли посмотрим, много разных магазинчиков. Ну, как, в общем, всегда, в смысле, такое вот. Смотри, шубы. Блин, у нас шубы есть. У тебя была когда-нибудь шуба? Никогда не было шубы. Никогда не было шубы. Пойдем посмотрим. Да, я сейчас начну трогать. Спортивного стиля. Вот это, наверное, есть натуральный окрас, есть тонированные. В этом году очень модно тонированные цвета. Цвет лаванда, виноград, серый цвет, графит, цвет мока. Это норки у вас, да? Да. Торговая марка Афина, итальянские лекала. А весь мех. Афина это Греция, да? Или почему? Производство Афина это наша торговая марка. А. Вот. Отшиваемся мы в России в персоне Грата. Меха только идут аукционные. Скандинавия, Канада. Black Glamour у нас присутствует. Это черный мех. Это североамериканская норка высокого качества. Это подтонированная она в черном цвете, потому что она в природе черная, как смоль, не бывает. А есть в натуральном окрасе. Вот это Black Glamour в натуральном окрасе. Угу. Ой, я оставил отпечаток свой. Качество норки характеризуется тем, что ее струсишь, и она сразу расправляется. Да, гладенькая становится. Давай что-нибудь померяем на тебе. Да. У нас на ЮБК вообще, наверное, девочки, ну, бывают, вижу, девчонок в шубах, но это, наверное, такой кратковременный у нас период. У вас же попрохладнее, наверное, да? Ну, и к нам приезжают из Ялты, из Севастополя. Такая практичная модель, спортивная. Ну, да, тебе идет, слышишь? Да. Надо все. И на Байкал. Ну, на Байкал нужно чуть-чуть потеплее. Теплее. Да. Надо две шубы на Байкал. Да, у нас в магазине представлена меха Скандинавии и Канады, а на Байкал нужен российский бренд, российский производитель норки. Российская норка идет намного пушистее, у нее больше подпушек. Интересно. Подождите, а как сказать? Вот у меня, допустим, никогда не было шубы, и вообще, ну, как различить, да, вот хорошая шуба, плохая шуба, как вообще? Потому что мне сейчас дашь вот какую-то шубу, красиво, а там на самом деле кролик крашен. Нет, смотрите, по цене шуба не выбирается, а качественную шубу даже видно визуально.
Шуба шьется в основном из спинок норки. И когда вы визуально смотрите на изделие, вы видите вот буквально один шов и второй шов. Значит, это цельные шкуры идут. Также внутри всегда присутствуют, если это короткие шубы, низ подшит. То есть вниз вы не посмотрите шкуру. Но есть окошко. Вот это специально или слева, да, специально вшивают молнию, и можно было посмотреть качество шкуры. Вот смотрите, вот мы открыли, шкура идет белая, это говорит о том, что это натуральный окрас, и шкура идет цельная. Если шкура не тянется, значит это сильно распущенные шкуры идут, растянутые. Вот. Ну и плюс еще очень плотный подшерсток, вы видите? И опять же, вот просвечивается белая кожа. Это говорит о том, что шкура не натурального крашеная. Цвета, не крашеная. Мы тоже предложить купим. Модель этого года, вот в леглами, шуба с карманами, в розовую. Вообще, вот... Отлично садится и смотрится и под ботинки, и под кроссовки. Хорошо. Она тоже короткая. Ну я ж... Шикарно, конечно. Да, тебе шубу надо однозначно. Одну смотрите, надо. Как красиво. Вот под пояс стоечка. Ее тоже можно затянуть. Можно убрать пояс, мерить без пояса и носить без пояса. Посмотрите на элегантность кроя. Это тоже итальянские лекала. Нами доработанные. Ну круто. Даже под кеды. Да, под кроссовки, под кеды, под спортивные ботинки. Смотрите, здесь очень красивая брошка идет. Это брошка Сваровски. Камни. Понятно. Это цвет темный махагон, можно сказать. Если мы возьмем вот такую же шубу, это точно такой же мех. Но на этом мехе идет тонировка. Угу. То есть мздра, уже не увидим. Мздра мы увидим, но она немножко серого цвета. Угу. Потому что в природе существует блэк-глама, шкуры, но они очень дорогие. То есть на нашем рынке их практически нету. Одна шкура натуральной блэк-гламы стоит $500. На шубу идет от 22 до 26 шкурок. Посчитайте цены. На нашем рынке присутствуют подтонированные шкуры. Вот. Это из дорогих. Есть тоже норка скандинавская. Это натуральный цвет орех. То есть, если мы посмотрим мздру, вот мы до нее добрались, она белого цвета. Точно так же откроем любую шубу, и внутри есть такое же окошко. Да, такой же кармашек. Вот мы открываем, и что мы видим? Белую шкуру на растях тянется хорошо. То есть это все шкуры натурального окраса. Но не нужно бояться крашеных цветов. Вот крашеные шкуры, получается, вот цвет мока, графит, голубой, красиво, да, цвет виноград. Вот посмотрите, цвет виноград. Вроде бы смотришь, прокрашенная шкура, хорошо прокрашенная. Открываем шкуру. Молнию и смотрите цвет шкуры, то есть он практически чуть-чуть темнее. Он чуть-чуть темнее белого, но он не такой цвет, как в самом мехе. То есть это говорит о том, что мех чуть протонирован, сама шкура не подвержена окрашиванию. Длинные. Вот у нас висит цвет графит. То в длинных шубах в основном подкладка не подшита, если эти шубы свободного покроя. И вот вы смотрите, какая хорошая эластичная шкура, как она тянется во все стороны. Вот вы можете сами попробовать. Вот. И она тоже чуть подтонирована, она чуть серовата. Значит, это говорит о том, что шуба не крашеная. А мех подтонирован, и тонируются шубы на производстве шкуры. И они ни при дожде, ни при снеге у вас никогда не полиняют, не испортятся. Ну, да, главное шубу не посушить феном.
не положить на батареи. То есть при обработке, температурной обработке, шкура теряет свое качество. Ну, такие лайфхаки от местных предпринимателей. Альпикора. Альпикора в этом году характеризуется тем, что большой состав натуральной шерсти и кашемира присутствует в этом бренде. И тоже гармонирует натуральный окрас. Свитера Альпикора, пальто Альпикора у нас есть. Очень много женской одежды для модниц присутствует в нашем магазине. Да, и да. Мы открываемся к сезону, и в марте мы закрываемся, у нас в марте происходит всегда очень большая распродажа. Поэтому у нас, нет, сейчас у нас тоже действует акция, от этой цены еще идет до 10 тысяч скидка. До какого месяца, я не услышала? Это не до месяца, это буквально вот до 25 числа. Где-то 25 числа у нас Черная пятница, мы в основном распродаемся до этого времени, поэтому у нас уже действует такая акция. Вот покупка, правда, не одного дня. Ну да, вот. Надо думать. Мне нравится тут вот рукав такой, да, чтобы не растягивалось. Чтобы... Очень удобно за рулем, кто ездит за рулем, очень удобно. Если сильно жаркая погода, сухое лето, но у нас в Крыму такого не бывает. У нас очень большая влажность. Обычно даже баночку с водой ставят под шубу на лето. И шкаф, баночка воды. И шкура сама берет себе столько влаги, сколько нужно. Но у нас, я же еще раз повторяюсь, в Крыму этого делать вообще не нужно. Очень красивый мех, очень блестящий, очень играет и очень качественный. То есть, сколько бы шубу вот не мяли, вы не носили, потом вы ее струшиваете, и мех становится весь обратно. Да, она свободная, свободный стиль у нее такой, очень красивый цвет, очень легкий. Да. Внизу подтяну кулиску, и мы получим куртку. Вот, смотрите. Совсем шуба по-другому легла. Здесь спущенное плечо идет. Ну да. По рукам начинается ниже. Плечи широкие. Еще и рукав. Это на таких маленьких, худеньких, щупленьких таких. И высоких. Да. Да. И еще чуть-чуть, чтобы чуть-чуть выше нужен бок. Как говорится, под лицо все к лицу. У Юли голубые глаза. Поэтому очень красиво сочетается. Да, да. Вот этот мне цвет, кстати, вот, больше всего нравится, да, по-моему. Согласна. И это тоже очень стильная модель. Спортивная. А здесь еще отстегиваются у нас рукава. То есть можно сделать с обычного, сейчас очень модно, под высокую перчатку. А на это тоже скидка идет, да? Какая-то? Да, на это идет все, скидка. Да? Сколько у нас? 59 990, но у нас скидка до 10 тысяч. То есть за 55 тысяч можно купить такую замечательную шубку. Отлично. Будем копить. Зачем тебе кухня? Давай шубу возьмем. Смотрите. Раз, все. Да. Красивая. Ну покрутись, пожалуйста, сюда. На камеру вот сюда посмотри в объектив, да. Очень красивый цвет. Свежий. Нам тут принесли еще трансформера померить. Тут вот получается она... Один раз, да, она... И там и капюшон отстегивается, я не боюсь, не? А, капюшон остается. Низ, ну, низ отстегивается. Она отстегивается. Может быть короткая, может быть длинная. Смотрите, здесь отстегивается рукав и отстегивается по длине.
Мы сейчас оденем, посмотрим размер. Большой капюшон. Капюшоны у нас все прячутся в воротничок. То есть, если вам не нужен капюшон, выкладываете и получаете аккуратный воротник. Капец, я сегодня столько нового про шубы узнал. Я даже не думал. Шуба и шуба, да? Ну да. Про трансформеры тоже, капец. Взял длинную, отстегнул, получилось покороче. Вот вам длинный рукав, смотрите, мы берем и очень легко и свободно отстегиваем рукав. Все. И вы получили рукав 7/8. Так, а ну-ка сейчас низ попробуем отстегнуть. Оно одним движением отстегивается очень быстро и никак. Это значит, как ловким движением руки. Ловким движением руки, да. Здесь очень стоят хорошие молнии. Шуба превращается в шубку. И шуба превращается в полушубу. А, полушуба. Полушуба. Четверть шубок, а потом... Смотрите, смотрите. Ну, тоже... То есть вы получили коротенькую курточку. Сейчас зачем? Да, очень-очень даже. Животных, конечно, жалко очень. Ну, вот этих выращивают специально. Этих животных выращивают. Это размеры фирмы, как коров, свиней, курей под завод. Это пушнина. Особая отрасль бизнеса. То есть у нас на всех шубах присутствует маркировка. Это еще говорит о качестве товара, потому что просто так чипы не выдаются. Идет сертификат соответствия по кодам на шкуры. Вот, согласно российскому законодательству. Жилеточка. Смотрите, как переливается мех. Вот когда мех блестит, это говорит о том, что мех новый, очень хорошего качества, то есть шкуры этого года, и мех не стал. Я смотрю, жилетки разобрали у вас. Да, жилетки разобрали, жилеток у нас уже осталось очень мало, потому что у нас очень сейчас тепло. Так цена, посмотри. И цена 29 990. Копенгагенского меха. Очень плотного, теплого. Тут, да, чувствуется прям. Вот. Сама шуба тоже такая. Это особый сорт норки. Platinum Quality. Сортировка идет, ее маркировка. Она подтонирована в цвет этого года. Очень красивый цвет. Цвет серо-синий. И посмотрите, как вам хорошо. Да, ну цвет красивый, правда. Как он переливается, играет. Ну, мне, честно говоря, все понравилось. Это разновидность летучей мыши. А я еще думал, где он продается? Аукционный мех. Посмотрите, как красиво отделочка. Прикольно. Аккуратно сделаны внутренние карманчики. Угу. Смотрите, какие стоят со стразиками крючочки. Да, это не на первой шубе, я уже такие... Да, у нас практически на всех изделиях такие крючочки. Ага, это можно затянуть. Это можно затянуть. То есть любая шуба, любая мелочь женщине всегда влияет. И вот еще одна мелочь. Вот этот мягенький карманчик. Туда руку опускаешь и как вот в тепло опускаешься. Несмотря, что мы в магазине тепло. Представляете, да. Когда зима, снег, ветер, и у вас такие чудные карманчики, которые согревают руки. Вот смотрите, не нужен капюшон, аккуратно выложили, спрятали. И смотрите, как стильно. В нашем магазине еще присутствует коллекция перчаток. Можно под шубу сразу подобрать и перчатки. Перчатки, натуральная кожа, лайка. Очень эластичные, тонкие. Такой рукав вообще шикарно. Да, ну да. Померить. Ну давай, мерей. Почувствуй себя барыней. Леди. Леди, да. Смотрите, как элегантно. У нас выпуск будет посвящен шубам. Зашли, слышишь, в торговый центр, посмотреть, что тут никогда не были. Да?
У нас торговый центр за последние годы очень сильно преобразился. Очень много брендовых магазинов, практически все брендовые магазины и бренды европейские. Угу. На четвертом этаже обязательно сходите, каток под открытым небом. Кинотеатр в том году открыли. Угу. Парковка внизу у нас, единственный гараж в Симферополе под землей, это у нас в торговом комплексе. Улица Севастопольская, да? Улица Севастопольская, 62. 62. Ну, это альтернатива, угу. Кто не хочет ехать в Меганом, Южная галерея, да. Именно в центре. Кто? Именно в центре, да, здесь 4 кинотеатра. А у нас в Ялте один. Да, здесь только 4 кинозала. Но у нас IMAX. Вот, IMAX и у нас уже есть? Да, один зал, IMAX, да, да. А у вас каждый сезон новинки, наверное? Да, у нас каждый сезон новые шубы, новые модели. Посмотрите, вот, вроде на магнитиках карманчики, смотрите, вроде бы вы хотели спортивную модель, короткую, посмотрите, насколько элегантно села эта шуба. Английский воротник, поперечка, плюс накладные карманы, прорезные, точнее, карманы, плюс она к низу заужена формой тюльпана идет. Если здесь еще одеть каблуки, получается стильная дама. То есть под вечернее платье, под любой деловой костюм, эта шуба уже смотрится хорошо. Ян, хочешь себе шубу, когда вырастешь? А чего? Ну, она пока не выросла, не понимает. Животные. Их специально выращивают под это дело. Это как куриц на ферме. А потом на корочка покупаем всякие. Да, и тоже цена 109 990, скидка 10 000 сейчас до 25 ноября. Вот теперь глаза разбежались, понимаешь, разные померила, и теперь вот я не знаю, мне не надо было шуба, а теперь я начинаю ходить шубу. Вот у кого такое было, девчонки, кто ходит в шубах? Какая была ваша первая, как вы ее выбрали вообще, по какому принципу? Мне лаванда понравилась, как на тебе сидела. Да? Лаванда? Пойдем, сюрприз для тебя есть. Здесь нам рассказали, что выходишь, садишься на лифт и едешь на четвертый этаж и попадаешь куда? Слышала уже, нет? Слышала? Тогда я тебе пока не скажу. Так, ну что, Яна, настало твое время. Ты знаешь, в этом торговом центре сверху на четвертом этаже под открытым небом есть каток. Под открытым? Да. Я тебе открыла дверь, и ты где-то пошел в другую сторону. Ничего. А, вот он, смотри, прикол. Клево. Если на них нет засечек. Надо Ялте тоже так сделать, на какой-нибудь крыше. Да. С видом красивым на море, каток. А то не надо специально землю выделять, прямо наверху. Класс. Пошли! Ой, Яна, аккуратно, я тебя умоляю. Ну что, анимация на льду, прикиньте. Классно? Классно, но опасно тебе так делать. Опасно. Опасно. Я второй раз только на коньках. Молодец, но ты, видишь, стоишь нормально, а я от бортика не могу отцепиться. Ну что, получше коньки стали? Да, их подточили сразу, 3 минуты отдали нормально. А, ну вот. Подточили.
сидит? Че сидим? Кого ждем? Поймала? Бежала от пирата. Мы ее поймали, а ты сбежала. Учись хорошо. Будут тебе еще сюрпризики. Пятерки – это здорово. Попугайчиков нашли. Глянь, он водит смешно. Ух ты! Когда-то я здесь открывал магазин «Фуршет» в Симферополе. А сейчас здесь вот совсем гурман такой. Говорят, намного повысилось качество товаров. Там у нас кинотеатр, походу. О! Ты что, ты? Ну а что? Мы там попугайчиков увидели, таких клевых. А. Куда пойдем кушать? О, я на там сказала. Пойдем что посмотрим, что там. Что вы смотрели? О, смотри. Что там, по-моему, да? Сейчас фильм, зайдем. Давай. Ну вот смотри, что тут у нас есть. Пицца Маргарита. 300-граммовая 150 рублей, 450, 195. Вот любительница суши. Ваши дети вообще суши нет, едят? Нет, здесь сушки, суши нет. Да. У нас любительница ой-ой-ой какая. Я буду пасту с креветками и еще милкшейк с клубникой. Нет, ты говорила ягод. Нет, я передумала. Ну, я традиционно пиццу, наверное, покушаю. Покажи. Антистресс. Антистресс, хрустящая корочка. Ну пробуй, гурманчик наш. Я навыпендрилась и заказала пасту из такой красивой тарелки, как шляпку, да? Что там у нас? Креветка? Приятного аппетита, Ян. Смотри, как здесь красиво сделала интерьерчик, да? Интересно. Ребят, короче, целый день провели в этом торговом центре. Да, хотели вам еще в парк заехать, показать что-нибудь в Симферополе, поедем, наверное, домой. Ну, наш маленький шопоголик уже вот, видите, принаряжается. Да, уже он кардиганы смотрит. В школу, значит, сейчас смотрит. Никогда не запрещайте съемки у себя. Просто не обращайте внимания на это. Пускай это будет популяризация вашего магазина, вашего торгового центра. Потому что если что-то запрещать, значит, это, соответственно, вы что-то скрываете, правильно? Не вижу вообще смысла, почему еще у людей вот не поменялось мышление насчет этого. Мы открыли для себя еще один торговый центр, немного всего. Да. Разные бренды, какие хочешь, для взрослых, для детей, есть где отдохнуть, на катке покататься. И у натуральные нас... шубы. Шубы, да, да. Шубку я сегодня, конечно, примерила. Есть подумать да, еще. Кстати, ссылочку на... у них еще есть интернет-магазин, ссылочку оставим в описании.
Я хотела сказать, что, знаете, когда начинаешь мерить шубу, входишь в какой-то раш, глаза блестят, какой-то, знаете, как... А потом это немножко отвлекает. Вот, то есть поэтому надо делать покупки не спонтанно, а хочу, вот купила. Нет, надо переспать с этой мыслью. Да. Кто так делает? Ладно, пишите. Кому понравилось видео, что надо сделать, Яна? Поставить лайк и подписаться на канал Крым глазами местных. До новых встреч. Пока, друзья. Пока-пока. Пока. Сколько же мы здесь вас простояли? Сюда, правильно? Ага. Так, 200 рублей к оплате. А там пишет, сколько мы простояли по времени? Время въезда. Ага. 5 часов мы тут были. А он сдачу дает? Да, дает. Принимает 50, 100, 500, 1000. Отлично, 200 есть под расчет.